Всем привет! В семье появился ребенок, а это значит, время задуматься об еще одном виде транспорта, на котором он будет передвигаться самостоятельно. И не думайте, что если ребенок маленький, то транспорт ему не нужен. Сейчас уже с полутора лет деткам можно приобретать беговельчики, и они прекрасно бегут рядом с мамой и папой, не задерживая их абсолютно в пути. Ну и, конечно же, не нужно забывать о том, что велосипеды бывают и трехколесными. Они будут особо устойчивыми и иметь возможность не просто кататься, но еще и прокатить своего дружка за один день. Я, как мама трех детей, хочу сказать, что велосипед помог нам не только приятно проводить время вместе, но и избавил нас от многих болезней, в частности простудных. Потому что велосипед – это активный образ жизни, это движение, это улучшение обмена веществ, это физическое развитие и, конечно же, отвлечение от вредных привычек. После сегодняшнего видео всем мамам и папам будет абсолютно понятно, какой же велосипед или беговел подходит вашему ребенку. И это не значит, что мы будем предлагать свои велосипеды или беговелы. Мы дадим вам табличку, в которой будет рост ребенка, возраст и длина ножек. Все сопоставив это вместе, вы поймете, какой же вид транспорта сейчас подходит вашему ребенку. Итак, смотрим на нашу табличку. В ней мы видим, что деткам можно приобретать как беговельчики, так и велосипеды. Конечно же, поначалу велосипеды будут не совсем двухколесными, у них будут присутствовать боковые колесики, вот такие страховочные, так называемые, колесики. И они будут создавать им возможность чувствовать себя уверенно и легко кататься без помощи родителей. По мере роста ребеночка ему нужно будет усложнять его велосипед. Можно будет снять боковые колесики, можно будет уже пользоваться модельками с двумя тормозами без ножных. И даже модельками с дисковыми тормозами. Ну, я не говорю о том, что у разных велосипедов будут разные рамы. Это будут как алюминиевые легкие рамы, такие как у велосипедиков Apollo. Так и магниевые рамы, которые очень легкие и крепкие. Но это велосипеды не самого дешевого уровня, поэтому разнообразие велосипедов на самом деле велико. И выбор, конечно же, будет за вами. А вы смотрите наши обзоры и будьте всегда в курсе.